Да, Саш, тут еще ты мне новость сообщил, блин, я аж прям вообще расстроился. Так что там с грачом нашим любимым случилось-то, с корешком-то нашим? А что, он что-то у него, он пил-пил, у него с печенью, пожелтел он. Ну, положили его в МОПРу, вот, в областную больницу. Но он там пролежал в обсервации неделю и подхватил там ковид. Ну вот, я ему сейчас звонил, он говорит, что скоро домой. А что у него с печенью? Что там вообще с Я даже не знаю, ну от алкоголя, наверное, какой-то это самое, токсический, может, хепатит какой-то. Да, понял, да. Короче, пока я скачу на костылях и валяюсь в больницах, тут тоже, блин, Да, жизнь идет. жизнь идет своим чередом, блин. И кореша его Рудика И тоже, да? Рудика, да. Рудик Семашкин. Был Вот как. сначала в реанимации, но дышал сам, но кислородную маску ему одевали. 70% легких поражено было. Охренеть. Вот. Охренеть. Саша, у тебя есть QR-код? Есть. Покажи. Ну, я не взял. А, он у тебя, в смысле, распечатан? Да. Ага. Ну и куда ты с ним ходишь? Да пока никуда. Как бы не жаль. А ты деньги платил за него? Нет. Бесплатно, да, дали? Ага. Ну, я с компьютера на флешку скачал ага. QR-код и распечатал в этой. Ну, где ксерокс. Я понял, вот. Понял. Ламинировал, нет? Ламинирован, да. Так сказали, он недействителен будет. Почему? Действительно. Действительно? Да. А вот я читал в новостной ленте, вроде опять недействительный. Да нет. Какие-то новые надо. Как новые? Новые какие-то. Не знаю. Тем, кто раньше типа болел, нужны какие-то новые вроде, блин. Ты ж к какому? Ты где-то весной Ну, год болел. назад я О, ну все, там уже надо новые, по-моему, блин, какие-то. Так у меня в мае я прививался. Ну вот, говорили, у кого, кто в мае, там какие-то, они недействительно, надо заново, короче, делать. Только, по-моему, за деньги теперь уже. Да? Ну, типа того, наверное. Ну, может быть. Ты ж опять по новой анализу, наверное, сдавать. Не знаю. Это ревакцинацию, наверное, делать. И не знаю, мне вот опять сейчас в больницу на операцию ложиться. Ну. Вот у меня опять там куча анализов, короче, каких-то, и в том числе опять вот этот ковидный, короче, да. Только теперь уже за свои деньги. Ага. Как-то так. Ну, не знаю. А ты слышал, что в ЮАР там или где, или в Индии в какой-то там, ой, не в Индии, в Африке нашли какую-то там вообще новую мутацию вот этого ковида? Что-то да. Он там типа на уровне с Эболой, короче, какая-то фигня. Ну да, мельком слышал. То есть, короче, еще какая-то вакцинация, наверное, будет. Да и я не знаю, если он постоянно мутирует, блин, какие вакцины так быстро будут изобретаться, я что-то не понимаю. Ну, да я тоже. Блин, одна, вторая, третья там, блин. Теперь еще с ЮАР какая-то, блин, ковид Эбола прет. Я когда лежал в больнице, нам врач сказал, ну мы его спросили, что это вообще за коронавирус такой. Он говорит, да, говорит, я лежал в туберкулезном, там ковидное отделение было. Он говорит, ну вот туберкулез мы умеем лечить, а что такое ковид, мы вообще не знаем ничего о нем. И как его лечить, и что делать. Понятно. Короче, хрень это какая-то нездоровая. Да. Это